Здравствуйте, друзья! С вами Светлана и мой канал для тех, у кого Новый год, круглый год в душе. У меня в гостях будет внук, и вот так я попыталась украсить свою квартиру. Посмотрите, как отражается елка в окне. Но магия, это просто магия. Надеюсь, что Филиппу понравится. Все, что черненькое, это все я делала своими руками. Ничего не покупала, все делала. А теперь смотрите, и вспоминайте. Вспоминайте детский сад, вспоминайте школу. Вспоминайте подарки, гирлянды. Ах. Советский Новый год. Какие мишки. Ах. И елка, как она отражается. А здесь, да, вот такая вот снегурочка, очень редкая. Дед Мороз, они, конечно, будут завтра стоять под елкой. А где же еще? Не только они, тут еще и другие. Подарки будут розданы, они станут вот здесь. А вот это вот, это мои любимые мужчины. Вот такое вот счастье у меня. Вот столько у меня счастья, посмотрите. И, конечно, еще один Дед Мороз. И, конечно же, елочка на компьютере. А как же? Это уже вторая. Ну, чуть-чуть елочки. Обещала, что покажу вам, что будет третий этап, и что я подробно все игрушки вместе с вами рассмотрю, да расскажу, слово сдержу. Сейчас просто праздник, и я вся в хлопотах, вся в заботах. Режу, вырезаю, клею, приклеиваю. И вешаю советские гирлянды. Вот такую прелесть. Такая прелесть. Что может быть лучше самодельных украшений? Ну что? Ах. На столе завтра будет красная скатерть, праздничная. Все как у людей, все как положено. Ну что, дружочки, последний взгляд на отражение елочки в окне. Да-да-да-да-да-да. Вот она. Сегодня вечерочком только вот такая сладкая парочка. А потом тут будет, ох, здесь будет
Не буду показывать подарков, это очень лично, но их очень много. Жду вас в следующем ролике. Пока. Пока. Ну все, пока-пока. Не могу оторваться.